втором отделении мы уже порезвимся, я уж там буду читать накатанные вещи. А это все первое пока. Однажды после торжественного приема на морвокзале Одессы я посетил центральную инфекционную больницу. Ночью как пациент. Я прибыл туда лично на скорой помощи и на носилках. Был размещен на койке с дырой в матрасе и ведром под этой дырой. Я принял только маленькую порцию мидий консервированных, а отдавал все, что имел. Я какал непрерывно и плодотворно. Дома, по дороге, в больнице, в кабинете у главврача, куда меня из уважения отделили от непрерывно какающей бедноты. Только бабушки-медсестры смотрели на нас спокойно. Они помнили поносы гражданской войны. Родные плакали. На их глазах покидал организм весь многослойный внутренний мир, любовные утехи, успех у публики, путевые впечатления. Только бабушка-медсестра шептала: «Милый, вот сейчас ты какаешь, потому что болен, а вот когда начнешь писать, все. Все, что все, здорово!» И ушла. Я так старался, но не получалось. Одно отверстие на износ, другое пылилось сбоку ноги. Под капельницей валялась моя черно-белая жизнь, не оставляя надежды, и вдруг на второй или третий день зашевелилось то, что пылилось. Все замерли. И я пописал чуть-чуть, но вызвал такие аплодисменты, какие вызывал до этих отвратительных моллюсков. Потому что правильно сказала доктор Светочка, правильная терапия. И я был выписан из кабинета главврача и чистым, пустым и стеклянным прибыл домой, где после отдыха вернулся к прежней жизни. Вот что значит правильная терапия.